Доброго времени суток, дорогие мои подписчики, гости моего YouTube-канала. Сегодня, 4 июня, мы с вами посетим Троекуровское кладбище. Сегодня дата памяти советского актера театра и кино Георгия Миллера. Георгий Миллер сыграл такие фильмы, как «Кощей бессмертный», «Золотые рога», «Василиса прекрасная» и «Морозко». Родился Георгий Миллер 7 ноября 1903 года, а скончался 4 июня 1993 года. Похоронен он на Троекуровском кладбище. По традиции от нашего YouTube-канала лампадочка на его могилу. Здравствуйте, Георгий Миллер, легендарный актер, неповторимый Георгий Миллер. Таких больше не будет. С вами в дату памяти побывали на могиле Георгия Миллера, возложили от нашего YouTube-канала лампадочку, немножечко поснимали. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, всех буду ждать. Ссылочка находится в описании. Всем большое спасибо.